Твери в микрорайоне Чайка вели реверсивное движение. Связано это с ремонтом канализационного коллектора. Об этом во вторник сообщила администрация города. Реверсивное движение начало действовать в районе дома номер 70 по проспекту Победы. Преимущество будет предоставляться автомобилям, движущимся со стороны площади Терешковой. Также на участке ограничено скорость движения до 40 км в час. Ресурсоснабжающая организация, которая проводит ремонтные работы, просит автомобилистов пользоваться альтернативными путями объезда участка.